пришли почтить память. Чувства смешанные, если честно. Я чуть не расплакалась, когда шли. Я сейчас стою как бы так, даже со слезами на глазах. У каждой семьи есть человек, которого они потеряли. Есть люди, которые не вернулись с войны. И это тот подвиг, который нельзя забывать ни сейчас, ни через века. Никогда.